Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и если вы еще не заходили сегодня в игру, то когда зайдете в нее, обнаружите, что для вас открылся новый ивент, касающийся рейтинговых боев. Что необходимо будет делать, сейчас объясню, ну а что можете забрать, видите на экранах. 820 биткоинов, 16 тысяч свободного опыта, есть вот такой вот обвес, который показывает уровень ваш в рейтинговых сражениях, в зависимости от того, в какой лиге вы будете играть, у вас будет отображаться соответствующего цвета щит, ну и плюс к тому, можете забрать себе вот этот вот камо. Ну, камо как бы на любителя, но положили, да и положили, уже большое спасибо. Я лично буду проходить этот ивент исключительно за возможность забрать киткоины и имея возможность забрать свободный опыт, который я считаю ценностью. Что необходимо делать? Вам необходимо для того, чтобы прям всю вот эту вот цепочку закрыть и даже один раз открыть контейнер, собрать 965 щитов. И это за 10 дней. Много? Да нет, ребят, абсолютно немного, потому что если вы прям совсем косорукий танкист, то будете играть, скорее всего, в серебряной лиге. Ну окей, хорошо, в бронзовой. Но я считал по серебряной просто для равноты счета. И вот если вы, как я уже сказал, не сильно подкованный танкист, то играя в серебряной лиге, вы в любом случае, даже если будете проигрывать все 100% своих сражений, играя на технике от 7 уровня, ребята, это важно, вы будете получать по 15 щитов. Таким образом, получается, что вот эти вот 965 щитов вы соберете, сыграв всего лишь 65 боев в рейтинге за 10 дней. А это значит, что, в принципе, достаточно просто сыграть 7 боев в день в течение 10 дней и забрать полностью всю эту цепочку. Если контейнер вас не интересует, то можете ограничиться, допустим, там, тем же самым обвесом. Здесь всего лишь 740 щитов, что существенно уменьшает количество боев, необходимых для того, чтобы забрать все награды с этого ивента. Не знаю, как вы, а я собираюсь все это дело забрать, потому что это действительно халява. Тут делать ничего не нужно. Меня вообще не беспокоит, в какой лиге я играю, а значит, я просто налегке, заходя в бой, просто расслабляясь, заберу все ништяки, которые мне достанутся абсолютно халявно, и за них я абсолютно ничего платить не буду. Чего и вам желаю. Я побежал забирать свою халяву, а вы подписываетесь на канал, ставите палец на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Стараюсь специально для вас. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.